Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Lexus. Небольшой удар по переду. Итак, капот, усилитель бампера, телевизор, фары, бампер и левое переднее крыло. Все это будет меняться. Ну, а остальное буду ремонтировать. Разбираю. Первым делом выравниваю часть усилителя бампера, затем отравняю все крепления этой части и установлю обратно. Теперь я делаю необходимые мне измерения по высоте лонжеронов, диагональ их и расстояние. Все одинаково, здесь все в порядке. Все части телевизора новые, поэтому я их покрасил сначала. И теперь я могу все установить. Итак, все детали прикручены, и на этом работа с металлом закончена. Разберу и отдам машину на покраску. Итак, машина прибыла с покраски, осталось ее собрать. Но сначала я забрызгаю все внутренние полости мобилью. We'll be right back.
Итак, ремонт Лексуса закончен. На ремонт ушло 7 дней, 3 дня моя работа и 4 дня покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!